Два коротких удара, четыре длинных. В ритме азбуки Морзе рабочие сооружают ходовой трап. Андрей Почкаенко такие собирает с закрытыми глазами. 7 лет трудится строителем и точно знает, мостик должен быть 4 метра длиной и 45 сантиметров шириной. Не основной элемент ремонта кровли, но очень нужный. Для того, чтобы, когда положится базалит, утеплитель, чтобы не затаптывать его, и людям было удобнее ходить там. Аварийные компании, которые, солдатовая связь, вот эти вот, которые ходят, чтобы не затапывали, а просто ходили по ходовым трапам, чтобы не было такого, что там провалилось, чтобы не стромбовался базалит. 5 слоев базалита станут пуховым одеялом. Слуховые окна помогут избежать перепада давления. Оно при сильном ветре повышается на чердаке настолько, что с крыши может выбить листы. Из какого дерева были сделаны 36-летние стропила, рабочие определить не смогли. Новые из сосны влажностью до 25%, не сгниет. А оцинкованные листы больше чем на 1000 квадратов закрепили проволокой и анкерами. Капремонт дома на Амурской был просто необходим. Каждый год мы тратили деньги на текущий ремонт, который мы собирали на ремонт там, канализации, там, инженерных систем. Нам приходилось тратить на крышу по 60-80 тысяч. Они клеили там сеточки, там, заливали вот это, потому что все почти 5 этажи, вот 13, все жаловались. Очень, когда дождь сильный, очень сильно текло. На реконструкцию крыши собственники собрали 1 600 000 рублей. В общем, работы стоят почти 9,5. Недостающие выделил фонд. Расходы собственники будут компенсировать несколько лет. Собираемость взносов у них больше 90%. Все потому, что жители 63 квартир изучили состояние дома. Не платит взносы обычно тот, кто ничего не знает. Зачастую граждане даже не знают, что у них там, допустим, в каком состоянии находится их общее имущество. Потому что когда показываешь им, да, что у них там полный развал, да, там такие огромные дыры, допустим, на крыше, или там трубы валятся, там они проржавели уже. То есть многие не верят, а когда собственными глазами увидишь, что да, действительно, вот туда деньги нужны, и деньги немалые. Деньги на капремонт сегодня сдают 83% горожан, почти на 2% больше, чем в прошлом году. Благодаря этому к концу декабря откапиталят 70 благовещенских многоэтажек. Наталья Бернацкая, Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город».